А это Каспийский монстр, так его называли американские, американцы. Вообще это был проект КМ, как же его называли-то? Наши его называли не Каспийский монстр, ну короче, американцы хотели его украсть, этот проект. Он поднимался над уровнем моря на высоту 4 метра и мог над уровнем моря вот на этой высоте лететь. То есть он был недосягаем для радаров. Но он так и не вошел в серийное производство. И вот он где-то здесь прилип на берегу. Сулейман Керимов будет строить. Мы видим, там вот уже лестница такая вверх поднялась. Насыпь. Сулейман Керимов делает здесь Парк Победы. Там вдалеке останки истребителей. Они тоже, видимо, будут восстановлены. Не видимо, а будут. И здесь будет огромный Парк Победы. И да, именно с берега Каспийского моря мы привозим в Новосибирск потрясающе красивую гальку, ракушку, мозаичную гальку. А также здесь есть такой район, который называется Каикенский район. И мы везем отсюда Каикенскую гальку. Она очень красивая, потому что такого цвета в Сибири не найти. Постельные теплые тона, коричневые, классные.